Всем доброе утро. Сегодня 12 марта. Специально приехали вот на дачу, чтобы закидать снег в теплицу. Для того, чтобы через 2 недели, когда снег растает, посадить сюда уже семена на рассаду. Сажу капусту, ну, редис первый будет, который мы будем есть уже в мае. Салаты. Вот. А капусту потом буду пересаживать уже в мае на основные грядки. Прекрасно все растет. Через 2 недели еще сниму видео, как буду сеять, значит, семена. Так что подписывайтесь, оставайтесь с нами, будет интересно. Так. Ну вот, засыпали снегом теплицу. Все. Все готово. Через 2 недели приедем, будем сеять семена. Все, всем пока, до встречи.